Здравствуй, Егорка. Это тебе, как и обещала. А бабушка где? Прилегла плохо ей. Кто там? Это я, Настасья Федоровна. Егорке книжку принесла, а вот вам лекарство. Ой, спасибо. Я вчера поздно вернулась, решила вас не беспокоить. Спасибо. Да вы лежите, лежите. Спасибо, Верочка. Опять сердце? Да нет, ничего, все я нормально. Вызову врача. Вера, Вера, не надо, не надо, не надо, что ты? Они меня в больницу загребут, оттуда, знаешь, выбраться тяжело. Да и потом, сиротка моя с кем будет? Да, у меня у самой сегодня плановый медосмотр. Осторожно, тихо, тихо, спокойно. Ой, ну вот, без мужика все разваливается. Да, да, вам бы, конечно, ремонт сделать. Да, надо бы. Ну, я думаю, что Егор подрастет и сделает. Боюсь, долго ждать придется. Да. Я что-нибудь придумаю. Тетя Вер, почитай. Вечером. Приду, вместе почитаем, хорошо? Угу. Приглядывай за бабушкой, ладно? Ладно. Угу. До свидания. А, всего доброго, спасибо. Да ну что вы, не за что. Доброе утро, дядь Коль. Доброе. Может, взять на буксир? Не надо. Сам докатю, тебе ж некогда. Да-да. Вот-вот. Ну что ж, Вера Владимировна, получили результаты ваших анализов. ЭКГ, УЗИ, все в норме. Так что вам можно только позавидовать, вы абсолютно здоровы. А то, что просыпаюсь за 20 минут до будильника? Ну, это повышенный фон тревожности, ваша гипертрофированная ответственность. Значит, очередной годовой техосмотр прошла успешно. Да-да, точно. Так что вас сейчас хоть в космос, хоть в роддом. Вы извините, я вижу, вам этот разговор неприятен. Да нет, почему же? Я, наверное, не готова еще стать матерью. Хотя, конечно, понимаю, что звучит это смешно. Нет, не смешно. Это... проблема современного человека. Вы не замужем, но у вас процветающая фирма, которую вы не знаете, на кого оставить в случае рождения ребенка. Привыкли вы к сумасшедшему ритму жизни, так? В десятку. Нет, я не могу себе позволить потерять фирму. Чтобы ее не потерять, я должна руководить сама. Рожать некогда. К тому же фирма кормит сотрудников, я за них тоже отвечаю. Верочка! Ваши сотрудники не дети, они прекрасно устроятся без вас. Я думаю, вы могли бы стать замечательной мамой. Но весь свой материнский инстинкт вы растрачиваете на чужих взрослых людей, которые бросят вас при первом же удобном случае. Извините, пожалуйста. Да, Вадим. Завтра? Хорошо, я поняла. Извини, пожалуйста, мне сейчас неудобно говорить. Я перезвоню, хорошо? Угу. Это ваш мужчина? Нет. Это мой сотрудник. Чего же, сотрудник не может быть мужчиной? Ну, наверное, не в этом случае. Всего доброго. До свидания. Кажется,
каждый из вас понимает задачу, поставленную перед нашей компанией. Да, мы выиграли с вами тендер на производство искусственных дорожных неровностей. Но через полгода мы можем потерять это лидерство. И поэтому, я считаю, просто необходимо нам осваивать новые технологии. Но для этого необходимо новое оборудование. Да. Совершенно верно. Александр Васильевич, узнаете, по каким ценам, в какие сроки нам смогут его предоставить. Вера Владимировна, все равно существует порог... Я не собираюсь с вами обсуждать одно и то же по кругу. Завтра приезжает Вадим Алексеевич, и мы организуем выездное совещание на производстве. Вопросы есть? Вопросов нет. Все свободны. Светлана. Я просила принести кофе 20 минут назад. Кофеварку ремонтировали. Ремонт. Кофеварки? Мне нужен рабочий, который сделает небольшой ремонт в деревянном доме. Найдите по объявлению. Хорошо. А кофеварку купите новую. И дайте ему мой адрес. Ладно. Центральную улицу. Не уверен? В ту сторону, кажется. Спасибо. Саша. Что вам надо? Так вы... Уходите! Вы мне звонили вчера. Я вам? Недорогой ремонт, срочно. Помните? А, да-да. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонила не я, мой сотрудник. Ремонт нужен не мне, а моей соседке. А ваша соседка такая же симпатичная, как вы? Вы сейчас пошутили? Или это воспринимать как комплимент? Пошутил. Я надеюсь, вы элементарный ремонт осилите? Навыками обладаете? Обладаю, обладаю. А у вас, кстати, звонок не работает. Спасибо, я знаю. Здравствуй, Егорка. Здравствуй, Вер. Этот дядя будет делать у вас ремонт. Привет. Привет. А, значит, бабушка меня. А вам я точно не сгожусь? Я уверена, что вы мне не сгодитесь ни при каких обстоятельствах. А что так строго? Вы же меня не знаете совсем. У меня совершенно нет времени на пустые разговоры. И идемте, я скажу, что нужно сделать. И за ремонт заплачу вам тоже я. А надбавки за вредность будут? Какие еще надбавки? Это я тоже пошутил. Вы пришли шутить? Или работать? Ну и характер у вас. Хорошо, что вы не моя жена. А? Хорошо, что вы не мой муж. Здравствуйте. Верочка, да как же так, господи, да мне и платить-то нечем. Да не волнуйтесь, Настасья Федоровна, это моя забота. А вы осмотрите здесь все, а к вечеру составьте смету. Есть. До свидания. Пока, Егорка. Пока. Строгая. Ну что, Егорка,
Пойдем трудиться. Выше меня бригадиром. Илюха, значит, берет, забрасывает. Доброе утро, Вера Владимировна. Доброе. Доброе, доброе. Рассказывайте анекдоты в свободное от работы время, хорошо? Доброе утро, Вера Владимировна. Доброе, Светлана. Мастер пришел? Да уж, пришел. А что, что-то не так? Ладно, разберемся. Вера Владимировна, Вера Владимировна. Вот вам нужно бумаги зарезервировать. Угу. Ты что, плачешь? Нет. Я же вижу, что случилось? Меня парень, мой жених ушел к моей подруге. Значит, такой жених и такая подруга. А я его люблю. Глупости. Света, возьми себя в руки. Да. Не хватало еще и за мужиков реветь. Тебе что, жить негде, есть нечего? Дети голодные плачут. А у меня и нет детей. А мне так хотелось бы. Вы знаете, я же думала даже из детдома взять мальчика или девочку. Зачем из детдома? Своих родишь? Я, например, не знаю, смогла ли бы взять чужого ребенка в свою семью. А как же я смогу родить? Он же от меня ушел. Найдешь другого. Ну, перестань. Молодая, красивая, зарабатываешь. Ну, что еще нужно? Вот только не привязывайся никому, чтоб потом не плакать. А если не найду? Как я одна? Справишься. Женщина сильнее мужчин. Но ведь считается же по-другому. Ну, мало ли что считается. Сейчас женщины все на себе тянут. И дом, и детей, и работают. Разве не так? Угу. Да. Вы правы. А как быть с подругой? Вычеркнуть. Обоих. Сашка, обедать идем! Как обедать? Еще ведь не заработал на обед. Ты чего спеешь? Работника прежде всего накормить надо. Пошли обедать. Пойдем обедать. Пойдем. Пошли. Ну вот, картошечка, помидоры, огурцы. Прекрасно. И все свое с огорода. Лучок. Так. Ешьте на здоровье. Конечно, колбаски надо было, но... Ой, чуть не забыл. Все же есть. Егор, у меня. Конечно. На рынке у вас тут купил. Ага. Правильное сало. Прямо как у меня дома. А откуда вы сами? А я из Беларуси. Вот. Учился в Минске. А вообще, деревенский я. А вы знаете, у меня муж из Беларуси был. Правда? Да. Как запоет бывало. Ой. Зеленый дубочек, широкий листочек. Да. Ножи тупые. Да ладно, баб Насть, не грусти. Ножи мы тебе заточим, двери отремонтируем, всего делов-то. Правда, Егорка? Делов-то. Вот. Ну-ка давай. Самое что ни на есть еда. Ага, с укропчиком, хорошо. Вкусно? Угу. Ну, кушай, кушай. А драники пробовал когда-нибудь? Пряники? Драники. Из картошки. Сделаю тебе как-нибудь. Ой, объедение. Пальчики оближешь. Эти деятели хотели дилерскую скидку 20%. Я сбил до 15%, как ты и хотела. Да, Вадим. О, спасибо. Как я и хотела. Хорошо. Вадим. М? А что еще? А что еще? Сейчас. Закрой глаза. Закрой глаза. Ну хорошо. Руки лодочкой.
не подсматривать. Угу. Я скажу, когда смотреть. Уже можно? Нет. А сейчас? Да, можно. Открывай. Хороший, не правда? Это что? Это сюрприз. Магнитик на холодильник. Хорошенький, правда, нравится. Это все? А что еще? Ты ничего больше не хочешь мне сказать? Например? Например, что ты соскучился. Ну, конечно, я соскучился. Вера, что у тебя с настроением? Устала? Вадим, сколько мы с тобой уже встречаемся? Наверное, года 4. 4 года. Уже могли ребенка родить. А ты что, хочешь ребенка? Давай, как скажешь. А ты хочешь? Я? Вер, ну, это ж тебе решать. Почему только мне? Ну, потому что мы не женаты. И потом, на кого ты фирму оставишь? На тебя. На меня? А что? А зачем я тебя сделала своим заместителем? И разве ты не хочешь сделать мне предложение? Какое? Ну... А... Хочу. Хочу. Ты понимаешь, такие важные решения всегда принимала ты сама, и... Я понимаю, что как мужчина я должен был... Я это сделаю. Угу. Учитывая мое подчиненное положение, может быть, ты сама... Ну, а я готов. Я в ЗАГС хоть сейчас. Как скажешь, так и будет. То есть ты хочешь, чтобы я тебе сделала предложение? Ну, ты снова немножко резко формулируешь. Но по сути, да. Хорошо. Давай, Вадим, по сути. Ну вот. Я хочу, чтобы ты... Слушай, пошел вон. Что-что? Пошел вон. Вера. Вера. Я понял. Тебе магнитик не понравился, да? Вера. Вера. Вера, ну я правда не понимаю, в чем я виноват. Ой, дожили. И гостя накормить не могу. Да просто, баб Настя, ну, поели так от души. А колбасу я сам не ем, да. Не видай это. Ты знаешь, ну, а с пенсии не очень-то накопишь. А потом Егорка в школу пойдет скоро. Надо купить много чего. А родители его? А Леночка сама родила. Одна его. Ну, в общем, понятно. Так получилось. А где она сейчас-то? Померла. Простыла зимой. Решили, что пройдет, а когда обратились поздно, пневмония у нее была. Вот. Егорка маленький был, так что он даже и не понял толком. Ну, вот Верочка нам, соседка наша, помогает. Это мы уже познакомились. Да, она хорошая. Она в школе училась на одни пятерки. Их трое было. Дружили они, значит. Аленка моя, Вера и Ирочка. У Веры мама была, все на себе тянула. Ну и Вера теперь также без мужика. А Ира в город подалась, а иногда приезжает. Вот, понял, Егорка. В школу пойдешь, будешь одни пятерки получать. Ну? Как тетя Вера. Угу. И на колбасу себе заработаешь, и бабушке будешь помогать. Как же я заработаю? Как? Как я? Руками будешь голове помогать, я тебя научу. Уговор? Уговор! Ах ты мой хороший. Света, что случилось? Ваш кофе. А еще, Вера Владимировна,
Я подумала, вы вчера были совершенно правы. Мужчины не стоят того, чтобы из-за них проливали слезы. Знаешь, Света... Ой... Во всех правилах бывают исключения. Сообщите Вадиму Алексеевичу, что я сама подготовлю заседание по производству новой продукции. Хорошо. Это все. Нужно с тобой встретиться. Что ты делаешь завтра вечером? А, завтра вечером я иду в фитнес-клуб. Пойдешь со мной? Договорились. Ну все, пока. Доброе утро, Егор. Здравствуйте, Вер. Здравствуйте, Вера. А, здравствуйте, я вас не заметила. Бывает. Ай! Егор! Егор, живой? Не ушибся? Не ушибся. Ну что же вы в самом деле? Накопали здесь ям. Опять вы строгая сегодня. Давай. Что вы делаете? Сейчас сделаем. Будет как новый. Да не занимайтесь вы самодеятельностью. Ты хороший, не то что дядя Вадим. Дядя Вадим, это кто это? К тете Вере приезжал. Не здоровался со мной никогда. Ух, не здоровался. Ясно. Ой, Вер, да успокойся ты. Нашла ты, из-за чего переживать. Правильно сделала, что бросила. Давно пора уже было. Вообще, Вадим, тебе не пара. Ты мне сама сколько раз говорила, что мужчина должен с тобой стоять на одной ступеньке социальной лестницы. Вот я Вадима и тянула. Тянула, тянула, и что? Ну, а кто мне пара, Ир? Если ты у нас директор фирмы, то тебе, по крайней мере, нужен. Кто? Кто? Вера, директор. Но только какой-то большой фирмы. Мужчина должен быть мужчиной. Тонкое замечание. Да где взять таких? Главное знать, чего хочешь. Смотри туда. Частная пивоварня, сеть ресторанов. Пошли познакомлю, а? Да ну. Ну, не хочешь, как хочешь. Я так, для примера. Кстати, Верунь, смотри. Охотничье хозяйство. Недавно развелся в четвертый раз. Ой. Какой ужас.
тебе вообще не угодить. Ира. Ира, это кто? Где? Да вон там. На тебя все время заглядывается. Да вообще никто. Обычный тренер по фитнесу. Все в кино зовет, даже цветы один раз подарил. Одним словом, романтик. Понятно. Что же ты делаешь-то, разбойник, а? Что же этот разбойник не мешает работать, а? Ох, сейчас он на меня улетит. Ох! Оп! Так. Стой здесь. Не шевелись. Ну. Федоровна! Оу! Чё-то я милицию, коль, не вызывала. Была милиция, да вся вышла. Я теперь полиция. Ой, не дай бог. Тем более не надо. Слушай, ну? Тебе тут сейчас товарищи из органов социальной опеки приедут. Меня как участкового вызвали, чтобы я обеспечил законность и правопорядок. Из каких таких органов? Ай, да вроде до сих пор никто не опекал. Чё это вдруг? Да не о тебе речь. По поводу Егорки. Ну. Пойдем. Да, бегу. Подожди, тапки надену. Одевай, одевай. Добрый вечер. Добрый вечер, Вера. Тетя Вера, смотрите, какая у нас пила. Да, я вижу. Вы с ума сошли? А если он поранится? Не поранится. Я слежу за ним. Пускай мужчина растет. Егорка, у меня для тебя кое-что есть. Ура! Подарок! А Сашке? Еще чего. А это что? Давай садись и снимай свои старые сандалии. Ух ты! Класс! Здрасте. Здрасте. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, Настасья Федоровна. Ага. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Мы должны проверить жилищные условия. А чего их проверять-то? Я на свои жилищные условия не жалуюсь. Не препятствуй только. Так положено. Пойдем. Ладно, пойдем. Пойдем. Это? Так это Господь наш Иисус Христос. Господи, да не это. Вот это вот. Это кто? Доченька моя, Леночка. Царствие небесное. Ясно. Ой, простите, садитесь. Ну что ж. Условия для содержания ребенка неприемлемые. Нет ни развивающих игр, как же учебная литература. Люсь, а вот. Это не детская игра. Так а какая же ему игра дома? Он в саду-то играет, все время в запертине сидит. Что ж вы так, сироту-то? Кстати, о сироте. Состояние вашего здоровья вызывает опасения. На учете у кардиолога состоите. Какая разница, где я состою? Мы обязаны следить за состоянием здоровья опекунов. А где ребенок, кстати? Гуляет где-то. Вот видите, вы даже не в состоянии уследить за ним. Он, может, сейчас кошельки ворует. Господи. Или курить пробует. Спаси и сохрани. Да вы что? Бог с вами. Типун вам на язык. Ну-ка, пройдись. Не жмут? Нет, не жмут. Спасибо, тетя Верочка. Да ну что ты. Пойдем к нам сало есть. Тебе Сашка бутерброды сделает. Вот только Сашкиных бутербродов мне не хватало. А еще он меня в карту... Тьфу.
А еще он меня в шахматы играть учит. Да? Странно, что не в подкидного. Я и в покидного умею. Ну, пойдем. Вы что, учите ребенка играть в карты? Нет, это меня баба Настя научила. Какие у тебя классные сандалии. Спасибо. Ну, идите, хвастайтесь. Пойдем бабушке покажем. Идем. Ага. Погоди, погоди. Значит так. Состояние Настасьи Федоровны, оно, конечно, всем известно, но Егорка, он не брошенный. За ним соседи присматривают. Какие еще соседи? Ну? Вот вы, как представитель власти, сами понимаете, что вы сейчас говорите? Конечно, я представитель власти. Только, ну, по-человечески, если. Бабушка, бабушка, смотри! Настасья Федоровна! Веруш, вот как раз пришла. Здрасте. Вот это Вера Владимировна, она соседка. И взяла на себя, так сказать, обязанности добровольного опекуна. Ну, как это у вас называется? У нас это называется. Будем ходатайствовать об определении ребенка в детдом. Как? Ну-ка, Егорка, иди погуляй. Так это что, Егорку у меня забирают? Успокойся, баба Настя. Как же так, Верочка? Неужели Егорке будет лучше в детском доме, чем у родной бабушки Вера? Неужели вы не понимаете, для чего они это делают? Они же на каждого ребенка в детдоме госфинансирование получают. Чем больше детей, тем больше денег. А чем больше денег, тем украсть легче. Так, мне некогда вступать с вами в дискуссию. Мальчика мы забираем с собой. А у вас есть постановление суда? Я спрашиваю, постановление у вас есть? Будет. Значит, нет. Ребенок остается здесь. Ненадолго. А вот тебя я запомнила. Верочка, ты меня... Успокойтесь. Вы поймите, мы о детях. Что понимаете? Беспокоимся. Извините. Верочка, мне... Что? Дольчик. Что? Ой, сейчас. Возьми вот в зелененькой. Да-да-да. В этой самой. Никто. Ой, Егор мой, не заберет. Господи, боже мой. Я вам обещаю. Господи. А это кто у вас? Здрасте. Здрасте. Егорка, иди сюда. Кто это такой? Гость у вас, что ли? Нет, это Сашка. Он нам ремонт делает. А, он ремонт делает. Улучшает, можно сказать, жилищные условия. Хорошо. А вы документы у него видели? Документы есть. А, сейчас посмотрим. Есть. Ну-ка, подошел сюда. Документы есть? Конечно. Вот. Все в порядке. Белорус, что ли? Ага. То есть иностранец. Поглядите на него, какой он иностранец. Союзный. Регистрация есть. Нет. Так, разбирайте, что у вас тут происходит, а мы еще вернемся с постановлением. До свидания. Ну, чего ж ты меня так подводишь, а? Ну-ка, пошел со мной. Ну, я же... Сашка! Ох, докатилась Россия, матушка. Белорус иностранец, я полицейский. Да. Ну что, давай ветеранам ВДШ. Садись. Я скоро. С Богом. Поехали. Стоять. Приехали. А что? Симпатичный у вас полицейский участок. А это и участок, и дом мой. Чего стоишь? Проходи. Чего ты сидишь? Угощайся, не стесняйся. Спасибо. Прочитай протокол. Распишись. Как говорится, жить без регистрации нельзя. Я тебя отпускаю, можно сказать, просто из хорошего отношения к Федоровне. Спасибо. Что спасибо? Я же тебя прошу зарегистрироваться. Значит, надо зарегистрироваться. Понял? Николай Иванович, ну зачем мне регистрироваться, если я скоро уеду уже? Я же в соседнем поселке работал. Ремонт делал. Ну, хозяин там
дом продал. Забыл со мной рассчитаться. Ну, бывает еще. Ну, а чего тебе переезжать, если ты все равно нифига не заработал? А, ну... Еще вопрос. Французская золотая монета времен Людовика XIII. Луидор. Луидор подходит. Во! Вы меня напугали. Извините. Извините. Я дала Настасье Федоровне лекарство. Если ей ночью станет хуже, Егорку ко мне пришлите. Я вызову врачей. Может, я сам приду? Я с вами серьезно разговариваю. Привыкли вы командовать, Вера Владимировна. А с вами нельзя по-другому. Около 6. Вам же все равно скоро вставать. Это уж мне решать. Так. И что это такое? Калитка. Егорка все равно же к вам бегает все время. Хорошо, оставляйте. Спасибо. А как там баба Настя? Да ничего вроде. Тетя Вер, там бабушке плохо. А? У нее прединфарктное состояние. Пожалуйста, уговорите ее в больницу. Да, конечно. Настасья Федоровна, вы не волнуйтесь, я за Егоркой присмотрю. Старик, иди побудь с бабушкой. Все будет хорошо. Ну как же, я не знаю, ты же работаешь. Ничего, я справлюсь. Послушайтесь доктора, не упрямьтесь. Я помогу с Егоркой. Спасибо, детки мои. Спасибо, Христос. Господи, Егорушка, слышишь? Слушай. Да. Тетю Веру, дядю Сашу, слушай. Хорошо, понял меня? Ага. Николай, но не вовремя я как-то... Да ерунда, Федоровна. Ничего страшного, все нормально будет. Ты уж, пожалуйста, посмотри за ними, ладно? Да не волнуйся, ты... Давай, ой, давай. Да, присмотри. Жди здесь. Не забудь. Да я присмотрю, присмотрю. Да, присмотри. Аккуратнее только, ради бога. Да, я тетя сама. Тетя Настя, тихо, тихо, тихо. Ничего. Вот так. Верочка, да? Верочка, цветочки поливай, ладно? Давай, давай. Хорошо. Поливай. Не волнуйтесь! Веруш, чем теперь с тобой делать-то будем? Я в смысле Егорки. Ничего, разберемся. Егорушка, мне нужно на работу. А тебе придется у меня дома одному посидеть. Идем, я покажу, как включить телевизор. А можно я с Сашкой останусь? Ну? Малыш, Егор, я не могу тебе доверить чужому человеку. Ну это же Сашка, бабушка сказала его слушаться. Александр, вы намерены продолжить работу? Намерен. И я могу оставить с вами мальчика? Конечно. Оп. А я сейчас вам дам денег, купите что-нибудь к обеду. Нет, не надо денег, спасибо. С голода не пропадем. Мы будем есть пряники из картошки. Пряники из картошки? Я вас очень прошу, не кормите ребенка всякой гадостью. Гадость я и сам не ем, не волнуйтесь. Егор, не подведи меня. Вечером я приду. Все будет в порядке. Угу. Пойдем, Егор. У нас с тобой дел не в проворот. Выпуск, ну и, конечно, установку оборудования.
первом и втором цехах мы закончим через неделю. Отлично. А вот во втором цеху у меня недокомплект. Это из-за задержек на таможне? Да. Нет, два агрегата будут на корабле, по морю. А там от меня жених ушел. Значит, неделю потеряем. Это не моя вина. Но по срокам успеем? Вера Владимировна, к 30 числу выпуск новой продукции мы осилим. Хорошо. Светлана... Понятно. Светлана, а вам не интересно, чем занимается фирма, в которую вы получаете зарплату? Ну, интересно. А мы по работе. Мы обсуждали возможности использования пустого пространства завода под изготовление детских площадок. Хорошо, все свободны? А вы, Вадим Алексеевич, и будете отвечать за это направление. Вера Владимировна. У вас какие-то вопросы? Вера, прости меня, я был неправ. В чем? Во всем. Я понимаю, ты сильная, самодостаточная личность. Тебе нужен точно такой же человек рядом. Понимаю, как тебе сложно со мной. Вадим, ты такое место выбрал? Вера, ты только не дави на меня. Я не давлю на тебя. Нет, ты давишь. Ты постоянно давишь. Ты так выстроила наши отношения, что я начальник, ты дурак, а я не дурак. Я когда-нибудь тебе такое говорила? Ты так думала. Если бы я так думала, я не сделала бы тебя своим заместителем. Да ты сделал меня своим заместителем только потому, что... Почему? Я вас понял. Давай. Звонились? Договаривай. Ты хочешь сказать, что я за должность купила себе мужчину в постель? Ну, в общем-то... Господи, опять это ну. И на это ничтожество я потратила 4 года своей жизни. Я тебе детей хотела. Сейчас даже думать об этом противно. Вера, вот ты всегда резко формулируешь. У меня же тоже есть человеческое достоинство. Ничего у тебя нет. Алло, Вер, я не могу сейчас, я на охоте. Ир, а что у тебя голос такой? Ты плачешь, что ли? Ой, мне кажется, Вадим бросил. А мне казалось, что ты его бросила. Нет, Ир, в этот раз он. Это интересно, люди живут. Вер, ну не все же тебе мужиков бросать, они тоже могут. Верунчик, ну не расстраивайся ты так. Ну ты же знаешь, все мужики сволочи. Да-да. Но богатая сволочь лучше бедной. Все. Егорка, муку неси. Здравствуйте. Здрасте. Тетя Вер, тебя с работы выгнали? Нет, Егор, меня не может никто выгнать. Идем. Куда? Ко мне. Обедать будем. Я не пойду. Мы с Сашкой пряники из картошки делаем. Не пряники только, а драники. Давайте, Вера, они быстро готовятся. Спасибо, я такое не ем. Вы же не пробовали. Александр, вечером приведите ко мне Егора. Есть. Сашка, правда тетя Вера красивая? Очень. Только строго. Она не строгая, просто притворяется. Хорошо, притворяется. Егорка, иди к тете Вере отнеси.
А звонок для чего? Руки заняты. Это тебе, Тетвер. Сам приготовил. Спасибо. Но раз сам, заходи. Не, вы берите. А мне некогда. У нас с Сашкой дел выше крыши. Угощайтесь, дядь Коль. Знаешь уже. Что? Ну, вижу, плакала, значит, знаешь. Это так личное. А что случилось? Из больницы позвонили. Федоровна померла. Баба Настя. Вот такие дела. А Егор как? Он уже знает? Че я пришел? Как Егорке про бабушку сказать? Саша. Александр. Где Егорка? Где-то в сарае, наверное. Что случилось? Баба Настя в больнице умерла. Ого. Что с Егоркой-то будет теперь? Не, ну теперь эти заботливые деятели из органов опеки, они приедут и заберут Егорку безо всякого постановления. Слушайте, ребята, я уже... Кто-нибудь сами скажите Егорке про бабушку, а я пойду погуляю по поселку на похороны собирать-то. Скажем. Вероне. Да. Не успел я ремонт закончить. Деньги я вам заплачу. При чем тут деньги? Я останусь на пару дней, помогу. Да нет, что вы, это лишнее. Мы сами справимся. Не лишнее. Надо бы Егорке как-то сказать. Нет, не сейчас. Я потом что-нибудь придумаю. До завтра. Доброе утро, Саш. Здравствуйте. А, деньги вы все-таки возьмите. Они вам не лишние. Спасибо. Как там Егор? Я, честно говоря, не знаю, как ему сказать про бабу Настю. Он вчера все слышал. Он слышал? Угу. И как он? Нормально. Я с ним поговорил, объяснил ему. Нормально? Неужели правда
детдом? По всей видимости, да. Вера, я... Мне вчера показалось... Александр, вы не могли бы с ним остаться до вечера? Конечно. А я подумаю, как можно поступить. Да. Егор. Тетя Вер, а бабушка она совсем умерла. Господи, все будет хорошо. Мне нужно на работу, но вечером я к тебе приду, а ты останешься здесь с Сашей. Хорошо? Верочка, Верочка. Здравствуйте. Товарищи пришли, они должны, они хотят, в общем, Егорку забирают. Здравствуйте. Мы здравствуйте. За мальчиком, позовите. Нет его. А где он? Гуляет где-то. Может, во дворе? Осмотрите территорию. Хорошо. Могу я вас попросить? Да. Если мальчика увидите, сообщите. Ну что, в колодец полез? Я ж кричал уже. Да. Егор, ну может, в сарай? Егор! Егор, вот ты где! Тетя Вера, не отдавай меня в детский дом, не отдавай! Что ты здесь делаешь? Машина приехала, Сашка сказал к тебе бежать, не отдавай меня! Что же мне с тобой пожалуйста. Делать? Пожалуйста! Света, я сегодня работаю дома. Все звонки переводи на мой мобильный. Где же мальчик? Нет, пошел гулять на речку, а тут я знаю. В сарае никого нет. Ну нет, я же говорил, нет. Люсь, там нет никого. Все. Мне надоело играть в прятки. Завтра, завтра мы придем без приглашения. Пошли. Александр, домой собираешься? Домой. Проститься вот зашел. Егорка-то объявился? Стал быть, у Верки. Молодцы. Я-то и сам хотел забрать мальца. Но только мне его никто не даст. Говорят, старикам по закону не положено. А что, у Егорки родных никого нет? Никого. Представляешь?
Баб Настя покойницу и помянуть-то некому. Слышь, иностранец, пойдем хоть мы с тобой помянем ее. Пойдем. Оставь здесь, никто не возьмет. А. А сказку расскажи мне. Мне всегда бабушка на ночь рассказывала. Сказку? Я не знаю сказок. Все забыла. Ну ладно, тогда я тебе расскажу про доброго молодца. Хочешь? Хочу. Жил-был в одной деревне добрый молодец. В деревне? Ну да. И поехал он как-то раз в город учиться, в институт. И встретил там красивую принцессу. И полюбили они друг друга. Странная сказка какая-то. Да это Сашка бабушке рассказывал. Ах, вот оно что. И что было дальше? А принцесса убежала за границу с каким-то другим принцем. А добрый молодец от горя пошел, куда глаза глядят. Грустная какая-то сказка. Для взрослых. Давай, ложись. Тетя Вер, а можно я буду мамой тебе называть? Спи, солнышко. Спасибо вам за хлеб, за соль. Да брось ты, ладно. Приютили иностранца. Слушай, иностранец, я бы тебя, конечно, подкинул до остановки, но что-то он не заводится. Посмотрим сейчас. Там зажигание, по-моему. Ну, конек, барахлишь. Доброе. Яс. Все понял. Слушай, из органов опеки едут, Егорку оформлять будут. На двери сказать. Все, не успели. Сиди ты, сиди, я сам. Так. Вера! Вера, выйди! Не бойся, сиди тихо. Егорка не вернулся, тут товарищи из органов социальной опеки волнуются. Не волнуйтесь, товарищи. Вера Владимировна очень сознательный человек. Она у нас первая, можно сказать, всегда стоит на страже законности и порядка. Здравствуйте. Здравствуйте. И раз Вера Владимировна говорит, что не видела, значит, не видела. Вот. А Вера Владимировна пока ничего не говорит. А что, не надо беспокоиться? Я же говорю, он вернется. Егорка! Вот видите? Егорка! Если только высунется, мы его сразу заберем. Пошли. Да. Всего доброго. Не надо никого никуда забирать. Ага. Мальчик находится у меня.
А на каком это основании? Основание у меня есть. Я хочу его усыновить. Ну, это пожалуйста. Это ваше законное право. Но на время оформления ребенок должен находиться в распределителе. А вы его незаконно удерживаете у себя в доме. И вот это вот преступление. А вам лишь бы галочку поставить у себя в журнале. А между прочим, за этой галочкой детская судьба. Вот именно. Детская судьба. Я на таких, как вы, насмотрелась. Сегодня хочу машинку, завтра собачку, послезавтра ребеночка. Вам все игрушки. Значит так. Без санкции прокурора на территорию моей частной собственности никто не войдет. И мои игрушечки не тронет. А вы что смотрите? О чем мне делать? Вы же представитель правоохранительных органов. На ваших же глазах совершается преступление. Да какое это преступление? Если детишки родители найдут. Ну. Вы же в сговоре. Ну, ладно. Только не пожалеете потом об этом. Пошли. Вот серо. А я же давно знаю, а? Она молодая другая была. Добрая. Красивая. Замуж, видно, не вышла. Детей не завела. А одиночество женщин не красит. Ой, это я не на твой счет. У тебя все по-другому. Да что у меня по-другому? Да что ты слушаешь, что я языком своим мелю тут, а? Вер, насчет Егорки, ты молодец. А ты остаешься за хозяина. Никому не открывай, хорошо? Ты меня им не отдашь? Не отдам, малыш. Не отдам, конечно. Правда? Иди сюда, садись. Давай мы с тобой договоримся. Всегда говорить правду. Это самое главное. Хорошо? У меня в доме книжка осталась, которую ты мне подарила. Вечером приду, вместе сходим. Но сам никуда не ходи. Обещаешь? Обещаю. Сядь к столу. Ближе сядь к столу. Давай двигайся вперед. Вот так. Знаешь, Ир, какая же все-таки странная штука этот материнский инстинкт. Я пришел. Мама ругается. Когда Лена умерла, Егорка еще грудничком был, он же на детском питании вырос. И вот как-то баба Настя попросила меня с ним посидеть, а я его на руки беру, а он своими крошечными пальчиками ворот на рубашке мне оттягивает, грудь просит. Инстинкт, понимаешь? А мне внутри все перевернулось, будто я его родила, и кормить будто бы мне. Да ты что, Вера? Не ты его родила, судьба у него такая. А тебе свою жизнь надо устраивать, а не чужую. Егорка мне не чужой. Представляешь, сказку мне вчера рассказывал. Слушай, Вер, ну я все понимаю. Жалко мальчишку, конечно. Но ведь это же дети. Он вырастет и тебе такую сказку устроит, потом пожалеешь. Моя мама всегда говорила, лучше сделать и потом об этом пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Ладно, Ир. Пойду я. Там Егорка один. Давай. Пока. Пока. Пока.
давай. Ну иди, держи его. Все нормально, я умею. Нормально, нормально. Отпустите меня! На помощь! Егорка! Егор! Егор! Егорка! Егор! Егорка! Егор! Егорка! На что вы надеялись, когда незаконно удерживали Егора в своем доме? Я хотела... Ваше материальное положение. У меня своя фирма по производству пластиковых изделий. Не, ну это никуда не годится. Вы же не замужем. Ну и что? А то, что в неполные семьи мы детей не отдаем. Точнее так, предпочтение отдается полным семьям. Но у меня есть гражданский муж. А может, у вас есть 10 гражданских мужей? И кем вырастет ребенок в семье с таким моральным климатом? А у вас, конечно, образцовая семья. Моя семья вас не касается. И я не собираю детей по соседям. А, скажите, отсутствие мужа – единственное препятствие? Строго говоря, это не препятствие. Решение об усыновлении выносится комиссией. А комиссия – это я. Вы хотите сказать, у меня нет никаких шансов? Нет, этого я не сказала. Предпочтение отдается полным семьям, а заявление на усыновление у меня вон сколько. Так что пока будете устраивать свою личную жизнь, ребенок поживет в детдоме. Я не сомневаюсь, что вы очень скоро о нем забудете. Полагаю, вам больше нечего мне сказать. Люся, что ты взъелась на нее? Пусть заберет ребенка. Одним детдомовцем будет меньше. Ничего она у меня не получит. А меньше выпендриваться надо было. О, Вера Владимировна, производственный график я подготовил. Мы подготовили. Все потом. Света, Света, ты вызвала Вадима Алексеевича? Да. Пусть сразу заходит ко мне. Да! Заходи, Вадим. Здравствуй, Вера. Вот. Это что? Это заявление по собственному желанию. Мне кажется, что после того, как... В общем, я не стал дожидаться, пока ты это сделаешь. Вадим, у меня нет к тебе профессиональных претензий. Погоди. А разве ты меня не для этого вызвала? Нет, Вадим. У меня к тебе просьба. Женись на мне, пожалуйста. Хорошо. Подожди, Вера. Вера. Вера, подожди. Что-то я не совсем понимаю. Ведь я же ничтожество. Да. То есть нет, мне нужен фиктивный брак, иначе мне не отдадут Егора. Егора? Это соседский мальчик, если я правильно понимаю, такой. Правильно. Белобрысый. Не волнуйся, мы с тобой через месяц разведемся. Вадим, я прошу тебя помочь мне. Ну, хоть раз в жизни будь мужиком. А раньше, значит, я мужиком не был. Хорошо, извини, я резко сформулировала. Ничего, ничего. Ты мне поможешь. Как скажешь. То есть... Нет. Я не могу. Вера, я сам скоро женюсь. И, между прочим, не фиктивно, а по-настоящему. Ты сейчас это придумал? Нет, я не придумал. Она Светлана. И... В общем, Светлана и я. На ней? Да. Светлана, ее жених бросил. Ой. Правильно говорит мой доктор. Вы все прекрасно устроитесь без меня. Вера Владимировна. Извините, моя ручка.
Ну, так неловко. Я его люблю. Что мне делать? Света, что хочешь? Только не знакомь его со своей подругой. Вчера вечером он ничего не ел, а сегодня он не пошел гулять. Он заболел? Нет, это не болезнь. Это период адаптации. Он у всех тяжело проходит. Проходите. Малыш. Егорка. Прости меня. Забери меня отсюда, пожалуйста. Я буду тебя всегда слушаться. Теперь это будет сделать не так просто. Но я тебя обязательно заберу. Жди меня. Договорились? Собрался. Да, работу нашел, дядя Коля. Угу. Буду перебираться. Угу. Да и загостил я у вас, ну уж дальше некуда. Понятно. Что? Значит так, тебе в жизни очень повезло, ага, что ты нарвался на доброго участкового. Ага. А я могу так устроить, что ты попадешь к очень плохому участковому. Он же с тебя три шкуры спустит и еще интернирует. Как иностранца, понял? Да я придумаю что-нибудь, дядь Коля. Угу. Егорку увидите, привет передавайте. Хорошо. Еще кому? Вере. Угу. Слушай, сейчас мы идем к какой-нибудь бабуле нашей, и она тебе пропишет, как родственника своего дальнего. Потом прям по дороге зайдем к Вере. И передашь ей сам свои приветы, и Егорке тоже, понял? Шагом. Марш. Левый. Левый. Раз, два, три. Мой рожа. Тук-тук-тук. Откройте, полиция. Заходи, дядь Коль. Привет, Верунь. А я прохожу мимо. Думаю, дай зайду. Узнаю, как ты, что ты. Вот так. Ну? Да вот, решаю. Ну и рожи. Бандюки, что ли? Женихи, дядь Коля. Женихи. Одиночество никого не красит. На нашем сайте вы найдете свою вторую половинку. Фу, что ж это в мире делается, а? Все с ног на голову. Чтоб молодая, красивая женщина себе в интернете мужика искала. В мое время все по-другому было. За такой, как ты, мужики сами бегали. Вер! О? Скажи, а чего это тебе так срочно муж понадобился? Обязательное условие для усыновления Егорки. Выбирать не приходится. Вернее, приходится. Только не тех, кого хотелось бы. Мне-то никто не предлагает. Я сделаю чайку. Угу. Сколько раз я твою маме предлагал? Выходи за меня замуж, выходи. Нет, нет, упрямая была. Ты вся в нее. Вот и один такой и был, дядь Коль. А сейчас никого не осталось. Ну, почему не осталось? Есть тут один. Правда, не наш. Иностранец, прости господи. Фиктивный брак с иностранцем?
Нет, дядь Коль, слишком много формальностей. Какие же формальности? Сделаешь ему регистрацию, вот и все. Регистрацию? Я не пойму, у него тут бизнес? Какой тут бизнес? Так, шабашит понемногу. Сейчас сидит на лавочке около дома. Зайти стесняется. Вер, ты бы пошла, поговорила с ним? А, хорошо. Иди, иди. Вы же должны были уехать. Не уехал, как видите. Это я его задержал. Так, на всякий случай. Пусть по хозяйству мне поможет. То да сё да... Что? Я против. Я решу все сама. Я не настаиваю. Дядя Коля, давайте как договаривались. Найдем бабульку. Какую бабульку? Вы о чем здесь говорите? Да это он совсем про другое. Верунь, а чем не муж? Какой муж? Да молчи ты, сиди ты. Соглашайся, я тебе потом все объясню. Вера, посмотри. Настоящий муж. А мне нужен фиктивный. Фиктивный мне нужен муж. Хорошо, я согласен, пусть будет фиктивный. Кстати, сейчас настоящих таких мужей, как он, днем с огнем не сыщешь. Поняла? Вера, времени нет, ты решайся. Черт, чуть в тапках твоих не ушел. Есть небольшая проблема. После подачи заявления дается месяц на обдумывание. У нас этого времени нет. Через месяц мы уже будем разводиться. Я сейчас договорюсь, чтобы нас скорее расписали, а вы ждите здесь. Нет. Что нет? Договариваться буду я. Вы не понимаете, я им деньги предложу. Завершилось. Замечательно. Мам! Мама, мама, счастье. Пойдем. Пошли. Выдают. Вы не понимаете, я им деньги предложу. А вы что можете? Вера, давай с вами тоже договоримся. На работе у себя вы командуете как хотите. Но у нас, в семье, проблемы буду решать я. Завтра нас распишут. А вы ждите здесь. Да вы все испортите! Да, Ириша? Нет, еще не подали. Я не передумала. Представляешь, Саша сам пошел с ними договариваться. Сказал, что в семье мужчина должен решать все вопросы. Представляешь, да? Я перезвоню тебе, хорошо? Пойдем. Все в порядке? Да, все в порядке. Завтра ждем вас. Спасибо большое. Я жду тебя в коридоре, дорогая. Да. Скажите, что правила изменились? Нет, правила те же. Но для вас мы сделаем исключение. Ах, какая любовь. Как в кино. Мне ваш жених все рассказывал. Простите, а что он вам рассказал? Все. Да все. Как вы много лет назад познакомились, а потом расстались из-за этого злодея, Вадима, кажется. Как он вас мучил, приезжал, уезжал. Александр без вас пытался жизнь наладить, а вы без него. А порознь у вас жизнь не складывалась. А потом вы случайно встретились, и оказалось, что вы одна растите вашего сына Егорушку. Ой, повезло же вам, Верочка. Я тут 20 лет работаю, всякого насмотрелась. Чаще мужчины, как про детей узнают, так сразу бросают, а чтоб наоборот. Да-да-да. Что вас месяц проверять? И так намучились друг без дружки. Завтра и распишем. Спасибо. Спасибо. Хорошо, большое. Завтра, завтра, завтра. Ой. Привет, Верончик.
Привет, Ириша. Апельсинчик, здравствуй. Ну и где твой гастарбайтер? Показывай уже. В примерочной. Примеряет костюм, сейчас выйдет. Думаешь, ему это поможет? Ой, ну он тебя, конечно, и сказочник. Да, в ЗАГСе назвал меня дорогая. Вот урод. Ну ничего, через месяц мы с ним разведемся. Вера, вот это, кажется, ничего. Когда ты, говоришь, с ним разводишься? Кольца купили? Да какие кольца, дядь Коль, на месяц-то? Что это за болтовня? Кто это может знать? На месяц или... Фиктивный это брак, эффективный это брак. Это ж какое событие в жизни. Без колец нельзя. Да сейчас-то чего, уже не купили, ну. Вот. Это я Катерине, матери Веры, купил. Я думал, мы поженимся. Вера мне дочка будет. А Катя такая упертая женщина. Ну, просто, ну, ни в какую. Я, ну, вот, уперлась. Она же все лучше всех знает. Вот так будет правильно, вот так будет неправильно. А может, я просто слишком нерешительный был. С ней сам дурак. Будьте счастливы! А теперь, в знак любви и преданности друг другу, прошу вас обменяться обручальными кольцами. Хорошо деньги-то иметь. Можно и мужа себе купить. У вас какие-то претензии? Ладно. Да, оформите документы и можете забирать ребенка. Всего хорошего. До свидания. Люся. Люсь. Я вот подумал, а может и нам с тобой расписаться? Ребеночка из детдома возьмем, а? Правда? Угу. А я думала, что ты уже никогда мне этого не скажешь. Держите. Девчонки, я что-то не понял. А где вот это вот? Полосатый жених. Давно уже пора за свадьбу пить, а мы да все. Ладно, выпить можно и без него. Это точно. Главное, что Егорка с нами. Да. Так. Все равно как-то не по-человечески Собачка. Получается. Надо было Сашу позвать. Нормальный мужик оказался. Попросил помочь, пожалуйста. Даже без вопросов в ЗАГС пошел. Как же без вопросов? За прописку. Сама говорила, что не нужна ему твоя прописка. И я не нужна. Ой, да при чем тут это? Надо отблагодарить человека. Слушай, а отдай его мне. Еще чего? Это еще почему?
Ты же сама говорила, что через месяц все равно с ним разведешься. Я просто сказала. Да ничего не просто. Что, понравился тебе, да? Да никто мне не понравился. А что? Очень интересный мужчина. А это что мой? На, держи. Ну, ага. Бы как-то... Кушай. По-другому встретиться, что ли. Может, все и сложилось бы. Вот раньше говорили, Саня, слабый пол, слабый пол. А теперь все наоборот. И во всем, получается, виноваты мы, мужики. Мы ж не умеем семью содержать, детей растить. А женщинам что остается? За ними ждите, Саня. Дядя Коль, все мы хотим, все мы умеем. Знал бы ты, какая у меня любовь была на втором курсе. Мы ведь о детях не думали, только из-за учебы. А потом, когда работать начали, она забеременела и аборт сделала. Я ее потом спросил, зачем, а она говорит, для себя пожить хочу. И укатила с каким-то хмырем за границу. Я развелся с ней, ты понимаешь, дядь Коль. Я-то понимаю, потому ты к нам-то и свалил. Надо было мне душу проветрить, оттуда уехать и... Я думал, и не влюблюсь никогда больше. А как Вера увидела Егорку, она меня не замечает. Мясо исключительное. Еще вчера бегала по лесам и полям нашей необъятной родины. Ой, надо было Сашу позвать, хотя бы ради Егорки. Порадовался бы пацан. Вот именно, Саша уедет через месяц, а мне объяснять. Ну, объяснять тебе все равно придется. Держи. Да не хочу я шашлык, я пряники хочу, из картошки. Где мой Сашка? Мне бабушка сказала слушаться тебя, Вер, и дядю Сашу. Где он? Малыш, Егор, ну что ты? Все будет хорошо, слышишь? Мы вместе. У меня есть тоже сын где-то. Да. Не грусти. От второго брака. Скучает, наверное. Ох, Верка. Вот упрямая коза. Просто вся маму свою в Катерину. Саня, поверь ты мне. Нравишься ты ей. Дядь Коль. Ну, да. Брось ты, ну. Ей только лежащие полицейские нравятся. Кто? Ну, штуки эти, пластиковые. Искусственные дорожные ограничители скорости. Это ты мне рассказываешь. Суть-то в чем? Ой. Ты по ним катаешься, а они лежат и не пикнут. Так, все. Хватит глупости болтать. Давай. И со мной, стариком, водку тут жрать. Давай-ка. Бери пиджак и беги к своей жене. Не пойду. Зачем? Зачем? Это чтоб мужик спрашивал, зачем к бабе надо бежать. Саня, ой, Верка права. Не осталось больше их... Вас. Нас. Yeah.
ней зайду, а ты спи, хорошо? Да, ты и сказку расскажи, только интересно, не как мне. Ладно, я много сказок знаю. Ой. Видимо, сказка моя не понравилась. А ты еще вернешься? Пока. А ты чего встал так рано, Егор? Сашка больше не придет? Я не знаю. Пошли завтракать. Эй, вы почему не ушли? Куда? Не знаю, к себе. А я у себя, между прочим. У своей жены. Вера, позвольте мне, пожалуйста, пожить. Месяц хотя бы по-человечески. Прямо здесь. На балкончике на этом. У вас нет старого дела? Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Вы хотите, чтобы я к вам привыкла и вы остались тут навсегда? Мне не нужно, чтобы вы ко мне привыкали. Я же не котенок. Я хочу, чтобы вы увидели во мне человека. Для начала. Ах, значит, нашли теплое местечко. Конечно. Хороший дом. Прописка, у жены своя фирма. И за что это вам вдруг такое счастье? Какое счастье? Какая фирма? Какой дом? Какая прописка? Что я работу себе не найду, что ли? Господи ты, боже мой. Могу уехать в любой момент. Никто не держит. Держит. Егорка держит. И ты. Угораздило меня за 3-9 земель уехать, чтобы в такую стерву влюбиться. Сашка, ты не ушел! Вот твой сандаль. Привет. Привет. О, отлично. Набери-ка мне воды, я умываться буду. Егор! Я на работу, а ты никуда не уходи. Даже с дядей Сашей. Ты меня понял? А вы? Да уезжайте вы поскорее. Хорошо, хорошо, уеду. С ума сойти! Обалдеть, что прям пьяный к тебе в спальню влез? Ну, не то чтобы пьяный, но водкой пахло. Наверное, дядя Коля напоил. Ну, это что, его выгнала, да? Естественно. Это ты правильно сделала. Нечего со всякими водиться. Да что правильно, Ир? Если б не эта водка проклятая. Если б он другим был. Не гастарбайтером. Вер. Он тебе все-таки нравится, да? Нет. Ну, вижу, что нравится. Да нет. Как я тебя понимаю? Саша,
пришел. Давно? Давно. Ты же его сама выгнала. Да, сама. Там ужин. Сашка приготовил. Я уже поел, а это тебе. Сашка оставил. Мама, почему ты его выгнала? Вера. Вадим. Я. Вера, прости меня, я был неправ. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, а Егор моим сыном. Как скажешь, так и будет. Тебя Света выгнала, да? Нет. Я сам. Ага. Просто ты на меня давила, и я запутался. Но теперь я понял, что мне нужна только ты. Вадим, долго думаешь, я уже замужем. Я знаю, но это же фиктивный брак. Цветы мне, да? Да. Красивые. Угу. А, Саша, уезжаете, да? Да. Уезжаю, вот попрощаться зашел. До свидания. До свидания. Через месяц приеду и разведемся. Да. Смотрю, очередь у вас тут прям выстраивается. О, Егорка, держи. Иди. Сашка. Не реви, мам, не реви. Ты же помнишь, мужчина не плачет, да? Угу. И маму береги. Она не такая сильная, как хочет казаться. Угу. А ты определился бы, туда или сюда. Ну что ты бабе голову морочишь? Вера не баба. И не хамите мне. Бывай, старик. Просто не понимаю, как ты его терпела. Вера, ты представляешь, как это здорово, что мы поженимся? Мы же знаем друг друга 4 года, 4. Мы за это время могли бы ребенка родить. Какой? 2? А Егор был бы 3-м. Я считаю, что то, что произошло между нами, это была последняя проверка. Но мы же не сможем друг без друга, правда, Вера? Ну просто я не представляю, как это. Мама, а Сашка больше не придет? О! А твой работник эту линейку забыл. Вот болван. Ну, пошли чай пить. Забыли свой инструмент. Так, аккуратно, только чтобы в другую сторону не сложилось. Хорошо. Значит, слушай, надо будет домик перенести в сень. Зачем? Пластмасса расплавится от жары. Не расплавится. Я за качество своей продукции отвечаю. Ответишь. Вадим. Так что у вас там? А других расцветок не было? Нет, не было. Все разобрали. Надь-ка там прихватите по бокам. Понятно. Ого. Ну, мы работаем по записи. У нас очередь на месте вперед. Все как всегда, сапожник без сапог. Да главное, чтобы Егорке понравился. И Ольчике. Верончик, может, да? Там качели вкопали? Нормально. А эту горку куда поставить? Да, сейчас. Я думаю, сюда. Сюда? Егор, аккуратно. Давай. Егор, ну я кому сказал? Андрюш, мы уже когда с тобой будем беременеть? Мы же уже в ЗАГС заявление подали. Как поженимся, так и сразу. Вера, а вот эту качель куда ставишь? Что вы у меня все спрашиваете? В нашей семье все решения принимает муж. Внимание, обед. Сашенька. Папа, пряники. Не пряники, а драники. Драники стынут, обед. А куда собачонок делся? Это самый поджарец. Иди сюда. Все, дядь Коля, обед. Мам, пряники! Пока не остыли, налетайте. Дядь Коль. Иду.
Спасибо. Егорыч, Егорыч, попробуй. Я тебе шашлотку принесу. Такой мальчик. Давай, теперь. Класс. Как хорошо, как вкусно. Класс. Апельсинчик, иди сюда. Вот тут талант. А, какая? А что ты шашлотки можешь? Сапочка смачная? Я мальчик. Thank you.